Тут полгода поездишь и стойки менять. Не проехать, не пройти. Зимой не чистят, в межсезонье грязь и лужи по колено. Все это об улице Спортивная в микрорайоне ППЗ Арженко. Из года в год жители поднимают эту проблему, пишут жалобы. Дорога, по которой они вынуждены передвигаться каждый день, из года в год разрушается все сильнее. Качественного ремонта не было уже несколько десятков лет. И это несмотря на то, что на этой улице расположены школа и детский сад. Дорога никудышная. Адидас, да. Вот она, вот, видите, дорога какая. Не подъезд, не подъезд. Да. Как на машине? На машине ездить. Неудобно? Неудобно. Передвигаться? Передвигаться неудобно. А зимой вообще не чистят. Ну да, лучше по-пластунски. Во, ползает кое-как. Какие у вас пожелания? Пожелания сделать дорожку хоть чуть-чуть. Хотя бы немного. Поплатить. Да, хотя бы детсад, вот тут школа вот, на нашей улице. Да, всю спортивную, вот, он, вот тут, а всю прям улицу хоть сделал. Улица Спортивная – это единственная дорога, по которой можно проехать на соседние улицы микрорайона. Улицу Ленина, Клещева и Береговую. Да и там далеко не все в порядке. По словам жителей, таксисты отказываются принимать заказы, когда слышат название этих улиц. В органы власти горожане обращались неоднократно, но результата никакого не было. Приходилось самим расчищать колею и засыпать ямы щебнем. Дорога ужасная. Живем уже 30 лет. Ни разу никто нам ничем не помог. Все своим силам делали. Ни разу администрация нам только обещает. Дорогу у нас как 30 лет сделали. Петр Павлович, спасибо Сапелкину. И после этого никто не прикасался ни к чему. Могли чего сами, какие-то ямки засыпали, чего-то нет. Теперь вот Ленина, 85 я живу. Рядом дом 81. Делали водопровод. Все скопали, это года 4 назад. Все вырыли вместе с асфальтом. У нас там яма вот такая, не проедешь. Не... А ребятишка в школу, тут бугры зимой, грязь, по дорожку не пройдешь. А тут середки, лужи необыкновенные. Машин застревает, даже днище себе зацепает. И вот как они счистили все, и все это из плиты, все у нас там все лежит. Не проедешь. Что вот здесь начинаешь, и проулок. Вот край школы. Проулок на Ленинскую. Там яма тоже, ухабы невозможные. Только ползком можно. Нет, пешком даже пройти нельзя. И по болотам, резиновых сапогах. Вот так мы так ходим. И никаких к нам. Говорили мы своему уличкому, она обращалась. Вот я несколько раз говорила. Там нет пока средств, нет ничего. Мы вот в таком очень... У нас очень много ребятишек там, много молодых семей с ребятишками. Кто в шадик, кто в школу. Но не проедешь, не пройдешь. Вот так и мое желание. Хоть какой-то ремонт, хоть маленький, вот большие хотя бы ямы засыпать. Дорожное состояние каких-то 2 километра, они настолько убитые, просто вообще невозможно. Детей забираешь со школы, привозишь домой с головными болями. Вот. Есть 2 километра, а сделать ее невозможно. Машина тонет. По весне, когда все тает, снег как не чистит, по весне все тает. Машины все днище стачиваешь просто в ноль. Вот. Поэтому уходят большие вложения еще потом на деньги, несмотря что мы какие-то налоги за что-то платим. Вот. Дорога вообще невозможная. Ваши пожелания? Пожелания поменять дорожное покрытие, сделать асфальт. Вот, ну и тротуары. Все свои пожелания горожане смогут озвучить в обозримом будущем. На 26 апреля запланирована встреча жителей улиц с главой города по поводу состояния дорог. После нее станет известно, увидят ли они комфортную инфраструктуру в своем микрорайоне. Николай Теплов, Тволк, городские порталы.